Всем привет, с вами Влад из Surface. Я уже давно хотел записать ряд обзоров на нашу продукцию, и вот наконец-то звезды сошлись. Погнали! Сегодня я расскажу вам о нашем самом популярном пульте под кодовым названием «Звездные войны». Получаешь ты его вот в такой коробке. Что мы тут видим? Непосредственно сам пульт. Он у нас в алюминиевом корпусе сегодня. Блок коммутации клапанов. Фишки, разъемы для подключения и инструкция. Инструкция нам не понадобится сегодня, так же как фишки и разъемы, потому что я заранее уже спаял проводку к нашему блоку клапанов. Это четырехконтурный блок клапанов. Итак, перейдем к подключениям. Значит, выход. Красный провод плюс, черный минус. Подключаем сюда. Соответственно, плюс и минус от зажигания или напрямую от аккумулятора. Одноконтактный разъем. Выход на клапана. Соединяем его. Он должен быть подключен ко всем 8 клапанам. Здесь будет висеть плюс. Далее. Восьмиконтактный разъем. Подключаем его к каждому клапану через фишку, которая идет в комплекте. Подключили. Теперь нам необходимо подключить пульт к блоку коммутации клапанов. Делаем это с помощью 4- и 6-контактного разъема. Тут ошибиться невозможно. Раз. Два. Все, подключили. Таким образом, за минуту мы подключили пульт, и он готов к эксплуатации. Все кнопки работают, можете наслаждаться пневмой. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте их в комментариях под видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем спасибо, пока!